Всем здорово, с вами Диаморф, и мы продолжаем проходить Xenoclash 2. В прошлой серии мы дошли до этого громадного монстра, который стал у нас на пути. И, собственно, не дает нам пройти дальше, но... Суть я понял, как его убить. Ничего сложного, как оказывается, не оказалось. Достаточно разбить эти все шарики, ну, соединяя с его шаром. И, соответственно, не нарываться на бомбы. Иначе просто будет плохо. Вот уже ему плохо, лично. Ага. Так, бегут за нами. Типа за тобой выехали уже. Да. Я их боялся, когда у меня мало хп было, но реально было сложно пройти. Боялся, потому что... Чешов сразу, пипец. Блин, она все. Убили мою напарницу. Блин, она... Блин, рванула. Бомбанула. Классно, преподнес мне подарок. А, точно, мы все шары разбили, а соответственно сейчас мы должны бить врагов, соединяя его рот. По-моему, так будет проще, да? Блин, ай, ладно. Так. Так, ребята. О! Ура! Так, теперь он упал, и мы... Что должны? Ага, там какая-то маска находится внутри. Так. Должны зайти в задницу и... Что за хрень? Ух ты. Да, это Вин. Все, монстра мы, я надеюсь, убили. Ну, не монстра, а, скажем так, машину. Машину-убийцу. Вот если бы у меня тогда было нормально фулл хп, да, я бы его убил. То есть он довольно-таки легкий. Я думал, что сложный, но... оказался на деле все легко. И что теперь нам нужно? Отправляйтесь к дому Северного Голема. Баллы мы не заработали. А задание остается все то же.
Так, теперь нам нужно идти сюда. Хорошо. Легкий босс, по сути. Хотя... We're going to face a lot more of the shadow people here. The golem's house is to the north, behind a huge wall. You also need to be careful with the green fog. It hurts you. Anything else? It's always night here, or something like it. Здесь всегда ночь, и нужно остерегаться зеленого тумана, который может нас убить. Так, ну это понятно, что тут могут быть враги. Так. Что-то, значит, открылось. Что-то где-то загорелось. А, все, тут уже были шнуры, теперь их нету. Так, ну что, подходить. А, они взрываются, нужно об этом не забывать. Пока замахнется, мы ему 100 раз бороду дадим. Тень элита. Какая это элита? Обычный как этот дедуган, который не умеет махаться. Так. Смотрим, что у нас здесь. Значит... Ага, все, я понял. Так, а как туда попасть? Непонятно. Возможно, это что-то связано с этим барьером. Так, сейчас сделаем так. Ага, вот. Так, но тут все равно закрыто. Честно говоря, не знаю, что тут, как сюда пройти. Ну, думаю, ладно. А, не, смотрите, тут что-то есть. А. Ну, ладно. Идем дальше. Так, нужно пользоваться гранатами. Так.
Блин, терминаторы, а? Так, вот здесь я не знаю, как тут быть. Ага. Тут мне хана сразу. Если на Луну направить, а тут нету Луны, да? Вот нужно что-то, вот как-то ее поднять, вот эту штуку, или чтобы она сама поднялась. Ща посмотрим. Скорее всего, обойти. А, не, ну это уже вход. А нам нужно что-то сделать, чтобы войти. Опять, что ли, он ожил? Блин, я не пойму, а чё, опять, что ли? А, вот. Вот эта штука. Вот здесь должно быть что-то. Ух ты, я ж перевернулся 3 раза. Бред, блять! Бред! Где аптечки? Где, блять, твою мать, аптечки? Почему на среднем уровне сложности такой дебильный баланс, блять? Ну, бля, это вообще у меня нет слов. Сука, по новой все. Я охерею, блять. Я офигею, бля, конечно, тут. Балансище, блять. Они по новой идут. А какого хера? А, она двигается до сих пор. Хотя это ничего не значит. Так, ладно, биться с вами не буду, не буду, потому что у меня ни здоровья, ни нервов, ни аптечек не хватит. Так, вот тут мы были, да. Так, значит, нужно идти дальше. По сути, вот там много врагов, значит, там что-то будет. Вот, тут ничего нету. Ага, во. А куда она? А вон она. Ну так с этого было, надо было начинать. Ёлки-палки.
Все, вторая открыта, да? Я правильно понял? Все, ну вторая загорелась, значит дверь открылась. Или нет, или не открылась, нифига не понял. Душу дал мне, бля. Вот еще. Так, нужно как-то сделать. Лети сюда. Бляха-муха. Она сюда не долетает. А где эти провода? Их уже нету, или что, или меня глюкнуло? Что за хрень? Да они все лезут и лезут, я не пойму. Ладно, идем сюда. Сейчас посмотрим, открыто оно или нет. Должно открыто быть. А, вон еще штука. Хотя идти на трон. А, странно. Возможно, эта штука открывает бонус. Вот тут домик, возможно, она открывает. Ну и ладно. Честно говоря, сам не понял, но... Ясно, понятно. Ясно, понятно, что ничего не ясно. Так. Шарик. Свечки. Большая какая-то дырка, видимо, лифт. Значит, надо соединять. Только хз как? Что тут делать? А, ну вот свечка. А нельзя эту свечку взять, как-то зажечь вторые свечки? Почему тут как-то все? В играх всегда как-то заморочено все. Ага. Нет, туда я и падать не хочу. Так, если взглянуть наверх, то тут... Ага, ясно. Мы вас увидели. Так. Значит... Да не, ну так не получится. И так тоже. Хер знает. Тогда, возможно, можно как-то соединить эту штуку с какой-то другой штукой. А, вот. И вот, вот. О! Оно, оно. Так. Чё за хрень? А, дальше не стреляют. Ну, тут эта херня мешает она. А тут вообще снизу получается. О, тут зажлось. А вот, вот там дальше тупик. Тут дальше как-то не получается. Хотя,
О, все. Все получается. Is this where the golem was? Yes, he was asleep on that chair. Ух, и тут и перевод, ух, и субтитры, это просто жесть. I don't want to wake up anything else. А, вот он, голем. Не знаю, сейчас завалю его, нет. Вообще, два босса у меня за один летсплей, это пиздец, как напряжно. Извините за мат, но... А, его нету, блядь. Почему-то его нету. Можно переместиться. Так, а очки есть? О, достижения есть. Лидерство. Так, не знаю, сюда, не сюда. Создан барьер. Ну, барьер он, в принципе, и был, но... О. А теперь с чем соединять? Возможно, это с другой стороны. Или... У меня больше вариантов нет. Вот. Даже не знаю. Ну ладно. О. А чё они не фокусятся, ляньте? Они идут за нами, но они не фокусятся. Что бы это могло значить? Не знаю. Ну а дальше? Зажглись все свечи. Засветился трон. А, зона выхода, да? А как же... Здесь? Зачем мне зона выхода, если мне пойди сюда нужно? И вот тут как-то... А, смотрите. О, все, я понял. Во-во-во-во. Во. Эврика. Ну, Диаморф умен, умен. Да, имбогеймер, блядь, не зря имбогеймер-то. Встретите его еще такого имбогеймера. Нема имбогеймера. Все остальное, все это копии, блядь. Опа. Позвать союзника. Так, ну тебе мы первому дадим поебало. Так, а почему они как-то... Они не уклоняются, но у меня удар как-то соскальзывает. В чем секрет-то? Ух ты. Да. Мою девушку убили. Фа, ты чё, офигел, сучка?
На. Ты чё? Офигел, сучка. Взорвалося. Что, все, они исчезли? А, да нифига. Такие, бля, не исчезнут. Ох, красиво, как они стояли. Да, хорошо поработали. Так, и кажется, мне еще где-то есть кто-то. Или нет? Блин, а что? Нужно было и с ними обязательно драться. Почему я не пошел дальше? Все-таки надо было идти дальше. Блин, я тупо хп потратил, все. Сейчас какой-то босс будет, опять же, тот голем, и завалят меня. Из-за того, что у меня, как всегда, мало хп. Блин, долбанный баланс в игре. Это пиздец просто. Были по аптечке расставлены нормально. We are under the fog. The golem told us there was nothing left north, but this tunnel is hidden under the fog. He lied. It's good to know he can lie. Он лгал. Дай пять. Чё, они меня гасят? Ха. Прикольные штуки. На, их нельзя фокусить. Почему-то... Тыч. Ну, они падают на раз-два. Не знаю, зачем они здесь. Пинки очень эффективны, когда ваши враги уже в нокдауне. Хм. Естественно. There is more land. Telling us there was nothing else left, convincing Dedra and me to return, the golem was just trying to keep us from finding this. Be careful. We don't know anything about this place. А, конечно, мы будем осторожны. Ладно, дорогие друзья, давайте продолжим на следующем летсплее. С вами был Игорь Диаморф, и всем удачного дня.